В городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания прошел второй форум межвузовского сотрудничества Казахстана и США под эгидой крупнейшей выставки в сфере образования NAFSA-2018. Первый форум казахстанско-американских университетов состоялся в ноябре прошлого года в Астане с участием представителей более 80 американских и казахстанских вузов. На этой встрече сотрудничество между нашими странами в сфере образования было закреплено двусторонними документами. На полях форума был подписан меморандум между Мичиганским и Карагандинским университетами. Также подписаны документы между центрами международного сотрудничества в сфере образования Казахстана и США. При этом американская сторона в положительном плане отметила развитие и модернизацию казахстанской системы образования, подтвердив лидирующую роль нашей страны в регионе в сфере инновационной составляющей в академической сфере и межвузовском сотрудничестве. Следует отметить, что форум проходил в стенах одного из авторитетнейших высших учебных заведений Америки, входящего в Лигу Плюща, в Пенсильванском университете. По итогам панельных сессий состоялась церемония подписания других соглашений между учреждениями образования двух стран. Главная идея проходящего форума в Пенсильванском университете – это дальнейшее развитие сотрудничества между вузами Казахстана и США. Впервые такая встреча проходит на столь высоком уровне при содействии Министерства образования и науки нашей страны, посольства, Института международного образования и Университета Пенсильвании. На форуме участвуют руководители многих американских вузов. Были большие дискуссии, обмен мнениями. Думаю, что такое сотрудничество дальше продолжится и будет способствовать научному развитию и улучшению качества образования.